Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Деревенские будни». И сегодня у нас... Какой он сегодня? 7 октября 2018 года. В общем, что я хочу сегодня сказать. Такое коротенькое информационное видео. В общем, не всегда в жизни все бывает хорошо и гладко. Бывают и трудные моменты. И есть такая фраза... Ну, это очень хорошая фраза, она подходит к любой жизненной ситуации. Фраза такая: не всегда так будет. В общем, она подходит и хорошим жизненным ситуациям, она также подходит и трудным жизненным ситуациям. В общем, в любых обстоятельствах эта фраза подходит. Не всегда так будет. Не всегда будет хорошо, не всегда будет плохо. Жизнь, она ведь такая многогранная. Бывают и взлеты, бывают и падения. Ну ладно, я что-то тут демагогию развожу, философствую. В общем, ближе к делу. Хочу донести такую информацию. Возможно, видео сейчас будет выходить пореже. Некоторые из вас хотят, чтобы видео было чаще, все чаще и чаще. Но я бы рад все снимать чаще и чаще. И не потому, что нет каких-то идей, нет каких-то съемок. Снимать можно все, что мы делаем в наши будни. Поэтому канал называется «Деревенские будни». То есть все, что мы делаем в нашей семейной жизни, хозяйственной жизни, в общем, бытовая жизнь. Но суть в чем? Суть в том, что в последнее время я все чаще снимаю видео на телефон. Простите меня за голос, у меня еще голос не прошел, в общем, простыли мы здесь немножко. Но, к сожалению, телефон у меня начал глючить, камера начала барахлить, и я просто боюсь, что я затеру этот телефон, и у нас нет возможности купить хороший телефон, ну, более-менее хорошего качества, потому это у нас единственный телефон такой вот нормальный, который может снимать видео. И если его не будет, то у нас вообще ничего не будет. Экшн-камера, которая у нас есть, она тоже немножко начала тормозить, потому что тоже как бы она, нагрузка на нее большая. Снимаешь, постоянно снимаешь, снимаешь, снимаешь. В общем, она тоже, видимо, начала давать сбои потихонечку. Вчера я купил новую карту памяти. Поставил ее в экшн-камеру. Девчата вчера сняли видео утром. В общем, там, ну, свои детские, в общем, лепку из пластилина, что-то такое, что ли, хотели снять. В общем, я уже порадовался за них, что девчата тоже начали участвовать в видеосъемках. К сожалению, когда мы скачали файлы на компьютер, я начал их монтировать, карта зависла. В общем, новая карта, и, короче, она тоже зависла и начала глючить. Я, конечно, немножко расстроился, потому что вроде вкладываешь финансы, вкладываешь... То одно ломается, то другое. И немножко, конечно, переживаешь, потому что нам это достается недешево. Поэтому вчера мы смотрели, и тоже вечером со Светланой сидели, смотрели. Заходили на различные сайты, смотрели какие-то хотя бы бюджетные камеры, фотоаппараты. Хотя бы тот, который у нас был, Canon XU185, на который мы с самого начала снимали наши видеоблоги. Как бы он нормальный. Но мы сейчас на данный момент не можем себе позволить что-то купить, даже какую-то бюджетную камеру, потому что, ну, пока не можем. Поэтому довожу до вашего сведения, что видео я не буду снимать так сейчас, как часто. Может быть, время от времени, по мере возможности, по мере, ну, в общем, по мере возможности. Это, конечно, к большому сожалению. Хотелось бы снимать и чаще, конечно. Но я думаю, опять же, вернусь к той фразе: не всегда так будет. Может быть, когда-то что-то наладится. Может, когда-то мы приобретем новую камеру. Вот выставил. Хотели, как сказать. Вот растут у нас 5 свинок. Хотели их на тушенку, на мясо. Но вынуждены выставить их на продажу, чтобы как-то компенсировать какие-то расходы. Ну, думаю, мы хотя бы одну-две продать, чтобы можно купить бюджетную камеру.
На три, может быть, себе. Ну, если купит кто-то свинок, возьмем камеру. Если не купит, то... Ну, то не купит. В общем, вот такая вот информация. Эту информацию я говорю для того, чтобы вы нас не теряли. Что вот мы куда-то пропали, где-то мы исчезли. Мы не исчезаем, мы все так же на месте. Мы так же живем нашей жизнью, в общем. Ну, вот причина именно вот сейчас, именно в цифровой технике, которая у нас начала немножко тормозить и глючить. И вот так. Поэтому, друзья, не уходите с нашего канала. Потерпите нас немножко. Ну, бывают в жизни трудные моменты, бывают и радостные моменты. Ну вот, на сегодняшний день у нас пока вот такая ситуация. Поэтому пусть Бог благословит вас. Не теряйтесь. Все равно мы есть. И, может быть, нет-нет, да, какой-нибудь видеоролик мы выставим. Ну и все, наверное, я там не буду долго затягивать и философствовать здесь. В общем, пишите комментарии, всего вам доброго, и пусть Бог благословит каждого из вас. Жизнь продолжается, и оставайтесь с нами. До следующих встреч, наверное, когда-нибудь в следующем видео. До свидания.